труженики невидимого фронта выходят на дороги города Щелково ночью. Сотрудники муниципального предприятия администрации Щелковского района «Дороги и транспорт» устраняют последствия продолжительного снегопада. В ведомстве структуры все основные трассы Щелково и поселений, от дорог общего пользования, таких как Парковая и Комарова, до региональных – Пролетарского проспекта, Центральной и Чкаловской. По словам руководителя организации, уборка идет круглые сутки, однако больше по ночам, чтобы не мешать жителям. Предприятие работает 24 часа в сутки, в три смены. Работники примерно в ночь выходят 22 человека. Плюс я еще официально заключил договор, привлекаю студенческие отряды. К сожалению, даже с привлечением всех резервов, последствия непогоды далеко не везде удалось устранить оперативно и качественно. Практически непрерывный снегопад спровоцировал заносы как транспортных магистралей, так и пешеходных зон. По особому графику на дорогах Щелковского района трудились 385 работников жилищно-коммунального комплекса и 53 единицы спецтехники. В итоге к 16 января было вывезено более 3000 кубометров снега. Чистили в первую очередь дороги, затем внутрикварталку. Вот и я оцениваю, неплохо идет. Теми силами, которые у меня есть, предприятие вполне, считаю, справляется со своими задачами. Пробок нету, дороги удовлетворительные, циклы выполняем строго по нормам, которые существуют, дорожные нормы. Вот, внутри кварталка чуть-чуть просаживается, но тем не менее мы выполняем, делаем. По нормативам, после серьезного снегопада основные трассы должны быть очищены в течение 4-6 часов. Максимум через 18 приступают к внутриквартальным проездам. Если житель замечает недочеты в работе коммунальных служб, самому браться за лопату не обязательно. В первую очередь нужно информировать о проблеме. Диспетчерская служба муниципального предприятия работает в связке с единым телефоном 112. Туда можно сообщить о ситуации. Александр Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».